Друзья мои, всем привет! Привет-привет! Всех и каждого приветствую! И сегодня у нас с вами такой интересный мастер-класс. Об этом также попросили меня написать какую-нибудь картину в технике широкого мазка. Я в этой технике не работала. Для меня это что-то новенькое, то есть буду тоже сегодня пытаться что-то сделать широкими мазками. Получится, не получится, постараюсь не уйти в какую-то детализацию, а чтобы это было так вот смело, свежо написано. Приготовила я себе кисточки, значит, вот такую вот синтетику, ну, в принципе, без разницы что, но это мы будем сегодня писать льва. Я до сих пор без Wi-Fi, у меня только мобильный интернет, то есть, и, ну, не знаю, если получится, то внизу вот здесь вы оригинал картинки увидите, ну, как я делаю, да, и готовую работу вот в одном, в другом углу. Если нет, то будет так. Смотрите мастер-класс до конца и увидите результат. В общем, так. То есть, эта синтетика мне нужна. Мы будем Левушку, да, рисовать такого красивого. Рисунок набросать. И, возможно, совсем прям крупными мазками все не будет. Но основа, да, будет крупными. А вот глазик там... что там, носик, какие-то там вот губки у него, ну вот тоненькую все равно надо. Взяла еще щетинку, вот такую вот чуть-чуть, видите, побольше, вот это вот, она такая плоская, это круглая, а это плоская, ну тоже может для каких-то небольших деталек. И вот это вот щетина номер 18, уже для более крупных. Приготовила на всякий случай мастихин. А вдруг пригодится? То есть, ну, в технике широкого этого мазка там, в принципе, мастихина нет, но, может, мне захочется. То есть, я не буду прям делать все кисточкой, а может и получится все кисточкой. То есть, я не знаю, как получится. То есть, будем пробовать экспериментировать. Итак, по красочкам. Он у нас в такой красно-оранжевой гамме. Но я вот взяла, смотрите, какие, белила титановые, желтый средний кадмий, взяла неаполитанскую желтую, вот. Потом Марс оранжевый, ну, можно, в принципе, и без него, но я его взяла себе, купила, пробовать еще не пробовала, возможно, где-то добавлять его по чуть-чуть там в красный, в оранжевый, делать их более интересными, ну, посмотрим. Сама оранжевая, кадмий красный светлый, Марс коричневый темный и Марс черный. Можно, в принципе, и индиго, как бы без разницы, у кого что есть. Вот по красочкам вот это вот. Желтый тоже, не знаю, понадобится, не понадобится. Собственно, тряпочки берем. И сегодня я буду писать, захотелось мне... На масле, на льняном масле, обычное льняное масло. Потому что мы все время на разбавителях, да, каких-то, у кого-то может аллергия. Попробуем сегодня на масле. Я, конечно, не очень люблю на масле, но такое жирное. Ну, ничего страшного, попробуем. Итак, друзья, я окунаю вот эту синтетическую кисточку в маслице. И я, наверное, ну, можно Марсом коричневым, можно, в принципе, Марсом оранжевым. Я оранжевым буду. Намечу рисуночек, делаю. Так как я буду разбавлять красочки очень жиденько, у меня палитра будет, ну, вот на коленках. Вам буду, ну, периодически показывать, озвучивать. Тут, в принципе, каких-то сложных очень замесов не будет. Так, заранее извиняюсь за вот эти скрипы. Это у меня кресло плетеное. Скрипит, так что постараюсь сильно не ерзать на нем. Так, вот разбавляю, чтобы у меня была такая
жиденькая-жиденькая, прям подкрашенная водичка. И смотрите, что мы сейчас сделаем с вами. Мы разделим наш холст, ну вот приблизительно, да, там, ну как мы делаем, на 4 части делим, по горизонтали, по вертикали. Вот так, легонечко-легонечко, я так вот разделю. Для того, чтобы нашего Левушку разместить, да, он у нас будет так, в такой технике, не совсем прям очень уж реалистичный, но все равно какие-то, да, моменты нам надо поймать, чтобы он у нас был именно на льва похож, а не знаю, на кого, на кого-то другого. Вот, разметили, смотрите. Теперь начнем, пожалуй, с носика. Вот он у нас начинается, крайняя клетка, вторая. То есть вот где-то вот здесь, чуть выше, не середина, а вот чуть выше, здесь у нас идет закругление носика. И площадка носа, он у нас, сбоку мы его видим, площадка носа, она у нас идет так, вот где-то до сюда, и пересекает вот так, вот такой вот наклон. Вот. Дальше идет сюда вот так спуск. Здесь пойдет у нас под небольшим наклоном вот это вот, где у них под носиком, да, вот разделяет губки. Дальше. Здесь будет у нас вот так вот пойдет, собственно, сама губа. И подбородочек, смотрите, нам нужно как-то вот сюда вместить. Все в этой клетке, видите? Ну, чуть-чуть можно там выйти. Но, в принципе, вот как бы мы вмещаем. Вот тут будет такая белая борода у него. Сам носик, значит, здесь сделаем вот так вот. Такую дугу. Так, вот здесь чуть-чуть отступаем. Здесь будет такая ямочка у него. Дальше. Сюда черненькая пойдет. И вот как-то вот так. Вот такой какой-то носик у него. Дальше. Также я себе отмечу части, которые вот где вот усы, да, растут, то есть где у меня мазки будут вот так, где у меня будут вот так, да, чтобы было попроще. То есть смотрите, вот от носика мы пойдем вот сюда, вот так у него пойдет вот эти части, здесь они будут продолжаться вот от губы сюда и где-то здесь вот так закончится. Дальше. Направление к глазику. Так, давайте глазик наметим, наверное, сразу. Глазик у нас будет вот в этой клетке. То есть вот здесь вот так намечаю. Глазик маленький. У них глазки не особо-то большие. Довольно-таки маленькие. Вот так. Что-то типа рыбки, да, такой нарисовали. Пока этого достаточно. И смотрите, от носика вот эта часть, она идет у нас вот так. То есть, видите, здесь пошире, сюда поуже. Так, и вот я вижу, что вот здесь мне надо выше поднять. Либо потом глазик еще вот эту часть уменьшить. То есть, вот так вот как-то. Дальше. Ухо. Вот где у нас заканчивается это, да, чуть-чуть отступаю и такое вот делаю большое ухо. Вот сюда оно у нас выходит. И вот так как-то красиво загибаем его. Дальше. И внутреннюю часть, которая темная, тоже ее я сейчас покажу. То есть, чтобы примерно мне знать вот эти вот границы. То есть где-то вот здесь. Дальше. Сама мордаха.
Здесь у нас это темное, дальше пойдет светлое. Смотрите, вот если по глазу смотреть, то чуть дальше глаза, вот сюда у нас, так, вот тут, и вот так пойдет более светлый цвет. А если вот от глаза проложить вот так вот, как бы, да, такой треугольничек, здесь красноватый будет вот тут. Немножко такой вот он сложноватый, но получится красиво. Дальше. Смотрите, вот здесь где-то начинаем. Тут небольшая будет кусочек шерсти его, вот этой гривы самой, видна. То есть куда-то туда пойдет, где-то там уже вот сюда пойдут шерстинки. Так, дальше ухо. Так, здесь чуть-чуть поострее ухо. Где-то за ухом у нас вот здесь будут короткие. Так, неудобно мне прям маслом писать, ну ничего. Вот здесь будут такие короткие. А вот тут, ну вот не с самого уголочка уха, а чуть-чуть ниже. Здесь уже пойдет у нас такие, будем делать большие мазки, широкие. То есть уже сама вот эта грива. Кисточку я держу прям вот за самый кончик, чтобы у меня вот были такие легкие движения. И смотрите, направление их, оно у нас будет вот, вот так вот, да? И вот сюда вот прям идти. Вот так вот. А здесь от бороды тут тоже тут какие-то светлые моментики. Так, так, так. А вот здесь сюда. И вот как-то вот, вот так. Дальше. И вот смотрите, она у нас начинается. Так, здесь мы вот эту вот как бы щечку, да, сделали. А от нее мы идем вот сюда. Вот если чернота это в ухе посмотреть, да, вот где-то до, ну вот, до этого. Вот так можно дугу провести, как бы вот до нее доходим. И все. Остальные все вот движения у нас будут вот так. Вот еще тут такая основная часть есть. Вот, вот эти вот. Они у нас такие прям большие. Мазочки тут будут вот этой шерсти. Вот. А сюда уже более коротенькие. И они будут как бы в нее упираться. Вот в эти вот линии. Видите, они как бы в них упираются. Вот. Ну, то есть, вот направление, да, себе задаем, чтобы потом не потеряться. То есть, я их так вот мазюкаю сейчас просто, как бы, чтобы мне было просто легко. Ну, здесь уже самое основное, такое цветное, оно будет вот здесь. Здесь уже более такие они красноватые становятся. Ну, то есть, уже как бы типа фон получается здесь. Ну вот, вроде бы как и все по построению, вроде бы все. Сейчас еще проверю. Вот тут нос более скошенный. Ну, сейчас цветом начнем работать и посмотрим. Итак, я возьму вот эту вот щетинку и сразу я беру черный цвет. Окунаю в маслице пока. И набираю чисто черный цвет. Палитру не показываю, потому что, ну, просто черный набрала. И сейчас, значит, я буду прокладывать все-все темные места. То есть это глаз,
Вот так вот глазик. Маленький глазик. Это также носик дугой. То есть, если шерсть мы будем писать такими мазочками, периодически я окунаю в маслице, чтобы у меня холст сухой, чтобы было легко работать. Так, вот так. Здесь такая вот дуга. И у нас чуть-чуть вот сюда вот тоненькой такой линией мы опускаемся. Дальше. Под глазиком я тоже вижу здесь такой, так вот эту верхнюю часть глаза тоже я подзатемню. Я сверху потом, смотрите сразу, какой, да, суровый взгляд получился у него. Вот здесь у меня тоже такое пятно. Черная. Вот я прям плашмя эту маленькую кисточку ложу и прорисовываю. Здесь тоже вот эта губка у него как бы теневая, чуть-чуть сюда и вот сюда. Так идет, 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 прям вот сюда до конца. Дальше от края вот сюда я поведу вот этот черный. То есть тоже не особо ровный край делаем, такой рваный. Можно чуть-чуть больше сделать, чем есть на самом деле, чтобы... Ну, просто чтобы как бы потом светло перекроет сверху, и чтобы у нас не было мало этого черного. Дальше. Где-то я вижу какие-то тут проблески небольшие, черные. Очерчиваю ухо черненьким. Внутри уха вот плоско ложу и прям вот так. Закрываю, прям вот втираю. Здесь черным. Под ухом тоже там какие-то есть моменты черные. То есть здесь я уже делаю как бы по вот этому направлению. Где-то тут, где-то там. То есть, ну, смотрите, я тоже на оригинал-то, конечно, смотрю, но так, чтобы прям каждую шерстинку эту повторять, где она там находится, не вижу смысла. И вам не советую прям все это выписывать. Понимаете, если сидеть и детализировать вот скрупулезно там каждое движение, да, мое вот это, где я там поэлозила, и вы, допустим, также, да, ну, будет замусоленная такая работа, как бы, ну, не очень-то. То есть делайте, как вам нравится. Так, вот эту вот, где у нас тут упирается, да, сделаю такую границу. Так, возьму теперь я, наверное, пожалуй, кисточку побольше. Щетинка. Так как у нас будут такие вот, ну, жирненькие мазочки, лучше брать щетинку. Синтетика, она больше, конечно, выглаживает. От нее, вот от самой щетинки, не остается вот этих вот в красочке, да, такие, как бороздочки некрасивые. От щетины такого нет. Вот здесь очень-очень такое темное место. Вот мы его тоже покажем.
где-то здесь, где-то там. Смотрите, большой кисточкой, если вы хотите сделать тонкий мазок, ставьте ее вот так, да, вот, и проводим. Пошире, то есть уже вот так ложим. То есть, ну, контролируем, да, кисточку. Где-то здесь. Также черный цвет у нас присутствует и в фоне. Вот здесь прям такую вижу черную полосу. Ну, соответственно, низ тоже у нас там. Закрывайте разнообразными движениями, то есть мазочки в разные стороны. Сейчас мы пока закрываем все это дело какими-то пятнышками, да, пока вот черными. Дальше черный у меня еще есть вот здесь вот черненький, потом рыженький будет. И вот здесь есть такой хороший мазочек, вот так вот черный. Так, смотрю еще, где у меня что есть. Вот тут из-за ушка вот так вот, как волосеночки у него. Здесь пошире, то есть надавливаю прям на кисточку, чтобы шире мазочек остался. Вот это сюда. Здесь чуть-чуть вот кисточку подпачканная, она у меня, да, уже краски особо нет, но я сюда этот черный скину. Протру кисточку от черного. Так, маленькая щетинка, еще лобик вот здесь очерчу немножко-немножко вот так, чтобы разделить вот носик. А, да, кстати, вот еще заметила. Вот здесь чуть-чуть можно. И от глаза вот сюда как бы показать его, вот этот носик. Вот так, здесь темнота. Вот. Дальше я возьму цвет, наверное, так, сейчас эту кисточку протру. Можно, в принципе, запастись побольше кисточек взять, чтобы не отмывать от черного. Возьму неаполитанскую с Марсом оранжевым. Смешиваю такой цвет, чтобы неаполитанская сама по себе, она очень светлая. Ну, чуть-чуть добавляю Марса. И поставлю вот здесь тогда жирненько, пастозненько, вот так вот зрачок его. Такой как бы овальчик. И черненьким сам зрачок. Ближе вот сюда к краю, у нас он туда куда-то смотрит. Вот такой глазик. Дальше вот этой кисточкой я беру красный. Я ее чуть-чуть промокнула, очистила от черного. Но если будет попадаться, как бы ничего страшного. Я закрою сейчас фон. Почему фон? Потому что, чтобы нам потом вот эти все шерстинки уже рисовать по фону, на фон. Чтобы не обрисовывать это все дело. Такими большими прям мазками.
Можно где-то брать, там, к примеру, волнистые мазки наносить. Здесь, где у меня шерстинки, и вот там я чуть-чуть обхожу их, стараюсь. Видите, так вот крутим кисточку. Чем будет у вас разнообразнее эти мазки, то есть делаем широкие такие вот их в разных направлениях, и зигзагообразные, всякие разные, тем будет интереснее, прикольнее. Вот здесь мне нравится, как краска осталась, так выдавился черный. Если получится, постараюсь оставить его. Так, здесь закрываем. И заполняю вот так вот. Здесь мы черный, видите, подпачкали, и он сюда сейчас добавляется. И вот так интересно все это дело получается. То есть такими смелыми мазочками. Хулиганим, да, как бы хулиганим на холсте. Красочки у меня уходит, прям скажу, много. Добавлю еще красного. И сейчас я чуть-чуть вот этот красный, и добавлю в него оранжевого. Вот, видите, взяла красный, вот так зачерпнула оранжевого, вот, даже сильно не перемешала. Добавлю сюда еще вот таких мазков, прям вот так вот, чтобы они были. Видите, от щетинки вот эти бороздочки остаются. Как-нибудь покручу вот так. То есть заполняю как-нибудь интересненько, чтобы это не было какое-то скучное. Но и помню про то, что у меня же там техника широкого мазка, да? Поэтому стараюсь это все дело выкладывать мазками крупными. Так, сейчас вот здесь края не особо удобно, поэтому немножко так, скажем так, деликатненько, аккуратненько пройду, чтобы закрыть. Вот. А сверху уже можно вот так вот, смотрите, зачерпнула оранжевого. И вот прям вот такими вот. Сейчас побольше возьму оранжевого. Вот так. То есть, чтобы были видны эти мазки. Вот здесь где-то оранжевый. Оранжевый закончился. Добавляю.
беру красный и, наверное, с коричневым смешаю чуть-чуть. И вот здесь еще коричневого. Внизу здесь потемнее. Ну, то есть то, что помним, да, как я говорила, то, что не около морды, либо лица, куда вот там смотрит животное. Здесь непосредственно будет посветлее, здесь уже низ картины, не так нам нужно, чтобы туда зритель смотрел, да? Поэтому мы делаем там более такие... мазочки темные. Вот теперь в красный добавляю оранжевого. Тут уже ближе к мордахе. Можно в оранжевый этот неаполитанской желтой подмешать. Вот, смотрите, какая красотень получается. Тут уже у нас как бы есть краска на холсте. Уже бегает кисточка поживее, поэтому можно в масло сильно не окунать. И как бы набирая уже просто краску, да, не смешивать сильно. Они уже на холсте тут сами красочки смешиваются. Вот неаполитанскую еще беру где-нибудь сюда. Вмешаю. Не хочется пока брать какие-то белила. Хочется сделать пока такой вот цвета побольше. Еще добавила неаполитанки. Вот таким образом. Дальше неаполитанка с желтенькой чуть-чуть смешиваю. Вот тут около носика. Уже начинаю самого Левушку нашего прорисовывать. Черный подмешивается, да, мы на черный же идем, поэтому... протираю, вот залезла в черный, протерла. Чистую неаполитанку, то есть чередую, где-то здесь пожелтее, здесь более такой неаполитанский. Так, а ну-ка, неаполитанский с оранжевым, если. И куда-нибудь, вот здесь я смотрю, такое пятно скучноватое. Прям вот так вот добавлю. Ну и помню про направление, да, вот как. Желтый, вот тут что было у меня неаполитанский с оранжевым, то есть, ну, красочки нормально набираю на кисточку, видите? Ну, где-нибудь вот так пускай пойдет мазочек.
Вот так выложили. Дальше оранжевый с неаполитанкой. Смотрите, здесь у нас фон темный, да, помним про контрасты. То есть рядом с темным мы прокладываем что-то более яркое, да, такое. Так, здесь у нас сюда борода пойдет, да, а тут вот у нас есть тоже такие вот отсюда, так, наверное, шерстинки какие-то. Так, теперь больше неаполитанской. Вот тут у нас вот так борода его идет. Здесь потом сюда идет. Даже теперь, наверное, нужно уже в неаполитанку добавлять потихонечку белил. И прям мазочками выкладываем, выкладываем густенько краску. Так, вот у меня тут смесь, видите, и оранжевый, неаполитанский, и белила, и все в куче. Вот куда-нибудь сюда я его выложу. Скучновато, хочется мне больше желтенького. Вот зачерпнула желтенького. Чистый оранжевенький беру вот куда-нибудь. Вот сюда, чтобы было ярко, нанесу. Вот здесь поярче сделаю гриву. Беру желтенький чистый, вот куда-нибудь сюда. Теперь давайте поработаем немножко с вот этой гривой. Беру желтый с каким-нибудь неаполитанским. Зачерпываю. Ну, тоже так вот, видите, жирненько, густенько. Вау. И вот здесь у нас где-то, да, там такие какие-то шерстинки у него. Добавила в этот же замес чуть белого. Здесь у него. Так вот в разных направлениях они там, грива торчит. Как-нибудь создаем такую ему шевелюру красивую. Чистого желтого. Кисточку не протирала. Беру чистый желтый. Так вот где-то из-за уха вот тут пускай будет вот так вот. Где-то уголочком кисточки работаю. Неаполитанская, белила. Кисть не протираю. То есть вот эта вот каша, она у меня тут на кисточке куча-куча всего. Беру подальше, чтобы более такие вот живые мазочки были. Оранжевого зачерпываю. Для того, чтобы вот этими мазочками лепить и делать, можно было, да, двигать, что-то смешивать. Нужно, чтобы красочки было довольно-таки много на холсте. Вот сюда возьму красный. И вот пускай он у меня туда в желтый заходит. Вот эту смесь тут у меня, видите, неаполитанская, желтая, тут куча всего. Вот эта его часть. Делаю посветлее. Сам носик. Так, добавлю неаполитанскую.
беру ее этой же грязной кисточкой и туда же и белил, то есть вот, вот смешиваю чего-то тут такое грязновато-кремовое, ставлю к носику и веду вот туда, да, направление у нас. Здесь вот так ямочка. И вот сюда в черный заходим. То есть показали ему носик. Этой же грязной кисточкой вот залезла в белила, да, сделала еще этот цвет светлее. Вот сюда посветлее пойдет. Под глазом у него, кстати, такое пятно светлое. Не бойтесь рисовать вот такими вот жирными мазочками. Вот именно они жирные такие получаются. Это очень красиво и живописно. Так, до уха чуть-чуть не доходим. Так, где-то вот так. А сюда уже... Так, ну, возьмем, зачерпнем Марса оранжевого. Вот сюда потемнее. Чуть-чуть. Дальше. Вот здесь побольше Марса оранжевого. Так. Тряпочку, протру кисточку чуть-чуть. Беру неаполитанку с оранжевым. И сделаю вот так вот в одно движение уха. Желтый с оранжевым. Желтого, естественно, больше, чтобы, если хотим, чтобы цвет был по насыщеннее. Вот так вот хочу сделать поярче. Так. Вот сюда этот цвет идет. Так, подпачкался, видим, протерли. И заново поярче наносим. Я потом поближе покажу вам. Вот сейчас, я не знаю, видно, нет. Но вот здесь прям такая клякса краски осталась. Вот, пускай она будет, я ее оставляю. Оранжевый с желтым и белила. Сильно не вымешиваю. Вот здесь хочу поярче. Очень уж у меня получилось как-то выбелено. Протираю. Набираю заново. Сильно на кисточку не давлю. Обратите внимание, как я вращаю ей, да, в разные стороны. Так, вот здесь посветлее. Тут более коротенькие можно вот так вот резкими мазочками поставить ворсинки более короткие. Так, возьму для черного маленькую свою щетинку. У меня вот здесь пропала вот эта полоса. Вот я ее чуть-чуть, как бы лобик, да, этот покажу. Ну, плюс вот эту пасту. Тонкость добавлю. И глазик тоже сделаю как-нибудь вот так. Поинтереснее очерчу. Так. Вот, пока так. Дальше продолжаем большими кистями. Белила неаполитанка.
белил сейчас можно побольше, чтобы светленький цветик был. И желтенького туда можно добавить. Ну, вот примерно оттеночек такой вот разбеленный. Вот сюда выкладываю. Неаполитанка желтый. Вот от этой у нас пойдет так, вот сюда. И частично вот сюда на мордаху мы заходим. То есть выкладываем, да, строим такую вот мордочку. Неаполитанка, желтый, белила. Опять такой светлый цвет. Вот сюда выкладываю более светлый. Подмешался черный. Вот этим вот цветом, который там у меня и белый, и всякий, да? Вот сюда выложу его. Дальше возьму оттеночек какой-нибудь, вот этот Марс оранжевый с красненьким, где-то вот тут около ушка можно таких вот мазочков поставить, вот сюда очертить ухо. Вот таким вот цветом. Дальше Марс оранжевый с красным, вот это вот треугольничек, да, этот вот так закрываем. Так, где еще такой оттеночек я вижу? Вот здесь я вижу, так, Марс оранжевый и красный, вот здесь. Черненьким рядом. Где-нибудь вот сюда его можно тоже добавить. Почему бы и нет? Какой-нибудь желтый, вот неаполитанка. Теперь вот сюда выкладываем. Буду чередовать, уже туда сильно смотреть не буду. Вот зачерпываю, что у меня здесь есть, да? Какие у меня тут цвета намешаны. Вот красный, оранжевый. Куда-нибудь вот сюда поведу. Прям вот большим мазком. Вот прям счищаю с палитры все это дело. И вот сюда наношу, прям наношу. Вот так. Все, что у меня тут есть. Но не бездумно все это делаем. Смотрим на то, чтобы, да, вот, к примеру, тут черный, да, то есть что-то яркое надо. Если рядом мазки более светлые, то есть уже не делаем, да, какой-то светлый мазок. Потому как, ну, они сольются, да, уже меняем оттеночек. Так, вот зачерпнула я желтенький. Вот сюда добавлю желтого. Вот сюда желтого. Он смешивается уже здесь, как бы тоже на палитре, на холсте. Чистый белый пока еще мы не брали. Вот я сейчас взяла
желтый с белилами. Дальше вот здесь тоже хочется добавить что-то светлого и более длинных таких вот линий. Так, вот я отсюда где-то начну и вот так вот прям поведу. Вот, смотрите, прям вот так прохожу все это дело, вот белила, все это вот так, оп, такое безобразие. Вот так, ну вот сюда пускай. Здесь где-нибудь, вот как-нибудь этой же кисточкой можно остатками краски что-то здесь добавить, каких-то вот таких вот. Линий разнообразных. Так. Ой, вся я в краске уже. Теперь выдавлю чистых белил. Красочек у меня уже тут толком нет. Беру белилки. Что мне еще сюда хочется добавить? Неаполитанку, наверное, еще выдавлю. Так, 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 возьму, наверное, Марс оранжевый, да и красненького, пожалуй, добавлю. Пока, думаю, хватит. Так, беру кисточку, протираю хорошенечко. В масле не мою, но протираю. Так, возьму вот эту свою синтетику. Она у меня пока самая чистая. Набираю чистые белила. Чистые белила. Вот здесь у нас носопырочка. Здесь есть такая линия светленькая. Прям вот кляксочка краски. И вот так вот я ее выкладываю. То есть не стараюсь я ее как-то там очень идеально ровно выложить. Опять-таки скидываю. Как вот она скидывается, так и хорошо. Так, вот здесь. Сюда идет светлая часть. Где-то в черном тут чуть-чуть есть какие-то белые кляксочки. Дальше под глазиком у нас, смотрите, тут вот так вот пойдет. Прям выкладываю, друзья, не давите, не царапайте там как-то. А прям выкладываем, выкладываем. Здесь вот так пошире как-то у него белое пятно. Даже вот можно вот так плоско ложить и снимать, чтобы она сильно не касалась и не смешивалась краска. Дальше еще пятнышко вот здесь от середины где-то глаза, да, вот сюда вот пятно идет более светлое, вот так. Дальше еще пятнышко светленькое у нас где-то вот в этом желтом есть. Вот прям вот так вот бочком кисточки я снимаю. Работаю сейчас чисто белилами. Так, еще набираю прям вот такую вот. Видите, клякса какая. Вот здесь снимаю ее. Частично где-то идет вот сюда на ушко какие-то такие белые, как ворсиночки. Где-то тут шерстиночки какие-то есть белые.
Где у нас еще? Вот здесь есть. То есть, смотрите, здесь уже мы вот эти белые добавляем, чтобы было читаемо, да, что у нас вот это вот грива его, да, то есть добавляем эти белые на фоне, чтобы они были видны. Еще вот набираю прям хорошую такую видите, кляксу. То есть вот здесь покажу. Вот эти гриву эту. Вот пускай она туда за край холста куда-то уходит. Главное, чтобы было видно, что это грива. Вот таким резким движением коротенькие показали. Вот сюда чуть-чуть. Можно вот сюда к носику подняться немножечко, как бы очертить его. И вот эту, оп, ямочку. Вот такая носопырка у нас получилась. Так, возьму маленькую свою щетинку. И, наверное, Марсом оранжевым вот здесь вот очерчу носик. Но тоже так вот раз-раз-раз его туда как бы. И возьму. Так, выдавлю желтого, возьму. Хочется мне в носик, на кончик носика добавить немножко желтиночки. Уберу желтенький. И вот сюда чуть-чуть, он, видите, у меня плоский какой-то, угловатый получился. Немножко закруглить его надо. Вот смотрите уже, да, поинтереснее. Но не сильно, а так, чуть-чуть. И вот туда, в сторону глазика, чуть-чуть добавили такого желтиночки. Уже поинтереснее, да? Дальше. Где еще я вижу беленький, да? То есть, вижу-то вижу. Вот здесь можно пустить вот такую узенькую, как бы, шерстинку. Легким движением, вот как бы пытаюсь сбросить эту краску. Так, вот сюда добавлю таких вот белых мазков. Где-нибудь можно вот здесь. Такими как проблесками, да? Дальше беру опять свою большую кисточку, беру Марс оранжевый, вот здесь ушко очерчиваю. Смотрю, где у меня тут холст белый виден, поправляю, докрашиваю. Так, что у нас еще здесь такое основное? Желтенький вот сюда. Наверное, желтенький с неаполитанкой все-таки. Вот здесь у нас вот, вот так вот добавляю. Дальше. Большой этой кисточкой беру прям много-много белил. И вот эту бороду, смотрите. Оп. Вот такой бородастик. И вот краешком уголочка можно чуть-чуть вот так вот краску уже та, которая есть, потянуть. Сделать имитацию каких-то ворсинок. Вот так чуть-чуть беленького добавила. Так, черненький. Сейчас вот смотрю просто и уточняю, да, где у меня тут что, к примеру, пропало, вот ухо у меня, вот это очертание пропало. Вот здесь более такое оно, рваный кусочек должен быть, так вот его подразбило.
Беру опять белилки. Вот тут грудь у него такая. Довольно-таки прям белая-белая. Вот, и чуть-чуть сюда потяну на фон, чтобы как бы шерсть была. Еще белилок надо. Выдавливаю еще себе. Белила и так у нас хорошо уходят. А в такой технике... Ну, я не знаю, друзья, техника ли это широкого мазка. Ну, то есть вот такая вот... Мазанина у меня получается. Так, вот здесь есть красивая такая белая полоса. Вот так вот прям протираю. И прям вот ее пошире. Вот так. Во, вот такой вот кусочек. Дальше. Вот отсюда сюда белый. Здесь тоже главное не переборщить, чтобы все это дело чересчур не выбелить. И чтобы у нас яркость все-таки осталась нашей работы. Вот так. Неаполитанское с желтым. Вот здесь каких-нибудь ярких пятен. Так, здесь у нас белое пятно. Так, где мы еще добавим ярких таких пятен? Вот здесь можно подкинуть. Куда-нибудь сюда. Дальше беру опять свою маленькую щетинку и верну кое-где вот черные моменты. Еще добавлю черного. Прям хорошенечко набираю. И вот где-то вот здесь. Дальше. Вот эти вот, да, грива, которая выходит на фон. Мы белыми показали. Теперь также нужно и черных добавить. Потому что нет вот этого контраста. И как-то... Скучновато все это смотрится. Где-то сюда чуть-чуть можно. Так, вот здесь за ушком у нас. Тоже такие, как полосы идут. Прям вот много-много, видите, краски набираю. И легким движением я ее... Скидываю на холст. То есть мы этими мазочками, да, как бы показываем направление наших вот этих
шерстинок. Как она у нас шерсть растет. Беру большую кисточку, беру белила. Так, вот здесь у нас вот такой вот светлый мазок. Это Марс оранжевый сюда добавляю. Марса оранжевого еще добавлю вот сюда, чтобы все-таки притемнить вот этот угол. И чтобы наш левушка Марс коричневый вот сюда добавлю. Хорошо читался. Марс оранжевый теперь опять беру. Вот уже более его заметно, да, когда фон более темный такой. Возьму красненький. Где-то вот мне хочется его тут сделать поярче. Какие-то места. Чуть-чуть белилок вот сюда. Так, вот здесь у нас бочком кисточки. Так вот потыкаю, потыкаю как бы. Шерстинки какие-то. Дальше, ну вот что у меня тут на палитре подпачканное есть, что-то типа оранжевого Марса. Вот тут чуть-чуть такая тенюшечка у него. Вот здесь вот ушко у нас тоже. Вот коричневый возьму, коричневый. Вот так добавлю. Маленькая щетинка, беру черного вот сюда, можно немножко на бородку ему. Так, здесь у нас треугольник этот красивый черный. Неаполитанская с желтой. Красного зачерпнула. То есть вот такую вот создаем кашицу из красок. Черненьким вот тут подпачкаю чуть-чуть теневую, как бы щечку подчеркиваем.
белила с неаполитанкой. Вот тут я смотрю, у меня лобик у него такой, очень какой-то маленький получился. У него он такой более массивный. Ну и опять-таки вот эту черточку перенесу чуть-чуть, да? Можно вот здесь где-нибудь очертить носик. Глаз у него поменьше. Вот таким образом, уже поинтереснее, уже меня более устраивает. Опять-таки неаполитанское с белилами, желтого, там чего-то набираем. И вот так легонечко, двумя пальчиками буквально держим. И показываем какие-то шерстинки. Дальше чистый черный. И вот можно что-то типа, как вот усики, да, вот эти точечки у животных. Так вот слегка покасаться, такой намек дать. Таким образом, балуясь, мы с вами написали льва.
Вот здесь чуть-чуть потемнее. В принципе, на этом можно и остановиться. Как бы меня устраивает уже такой вариант. Сейчас вот красочка, что у меня тут осталось, я ее туда на холст отправлю. Так, красненький. Куда мне деть красненький? Вот сюда добавлю красненького. На фон можно добавить. Ну и все, достаточно. Все, палитра пустая. Ну вот и все, друзья. Такой вот лев у нас получился. Сейчас я вам покажу, конечно же, его поближе. Так, сейчас мы где-нибудь отсюда возьмем. Вот тут вот закроем. Вот так. Покажу вам поближе. А вы не забывайте подписываться на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите, как вам такая техника, такая каша из мазочков. То есть, как вам понравилось, не понравилось. Пишите обязательно. И также напишите, как вы пробовали писать когда-нибудь в такой технике, какие у вас ощущения, эмоции это вызывает, потому что мне вот нравится такой вот куча-куча вот этих жирных мазков, то есть есть что смотреть, да, вот в эти переходы красок, их смешение, ну это интересно. В общем, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене, в Рутубе. Всех буду очень рада видеть. Ну, на этом все. Смотрим поближе. Пока-пока. Вот, друзья, какая кашица мазков. Вот такие прям кляксочки. Вот здесь густые густые мазки, все это выкладывается. То есть если вы хотите, чтобы у вас было смешивалось, да, вот так вот все это дело можно было гонять, то есть не экономьте краску и будет все хорошо получаться. Вот здесь какие.
То есть, видите, можно посмотреть на какие-то переливы красок, где они как смешиваются. Такой глазик. Видите, толком не прописано ничего. Никакой детализации. Ну и вот, в общем, так все это дело смотрится. Все, друзья, пока-пока. До скорой встречи.